будете покупать, устанавливать новый кран, осторожнее с выбором. Потому что я вот точно не ожидал такого. Всякое видел, и протекают соединения, и им шланг протирается, все что угодно. Но от такого я удивился. Кран китайский, как и практически все, которые у нас в магазинах продаются. Предыдущий стал немного протекать, посмотрел, проще было купить новый. Купил по акции, стоило чуть больше 1000. Установил, поставил, в принципе, 4 месяца проработал, проблем не возникало. Кран как кран, ничего особенного. И тут воскресенье, главное, хоть дома был. Происходит следующее. Причем, что произошло прямо в тот момент, когда я рядом находился. Как это вообще просто повезло, можно сказать. Осторожнее, потому что может в какой-то момент произойти следующее. Прям реконструкция, сейчас, наверное, холодную воду открою, что было. Было следующее. Просто вот так его вырвало. Прихожу, здесь все, конечно, заливает. Ладно, хоть произошло, сразу закрыл, все, перекрыл, успел. Иначе бы все залило просто. Стою, смотрю, думаю, что-то произошло. Думаю, может, где-то некачественно был закручен. Ну, понятно, что дело в другом. Во-первых, резьба. Ну, просто, короче, некуда. Ну, и во-вторых, собственно, металл некачественный. Поэтому пока он стоял здесь, там, не знаю, может, шатался, шурудили, что-нибудь еще там с ним происходило. Ну, видимо, растерся. И просто под давлением его вырвало. То есть, кран стоял. Все, естественно, вода была к нему подведена, все вентили все открыты были. У нас бы не было дома. Что тут произошло, конечно, вообще непонятно. В общем, осторожнее.